И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Гордей, Кэтмакс. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Вы поставили очень много лайков, и у нас картов на всем. Мы с Серегой охранники, а Кэтмакс и Гордей будут нас пугать. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, уходите. Все, вы очень красивый, чересчур, мне жаба давит. Ха-ха, все. Чик. Серега, ну что, ты готов? Еще как. Это очень сложная пиццерия и сложная ночь. Это по счету. Давайте это будет сразу самая сложная. Шестая ночь. Седьмая. 20 на 20. 20 на. Ну давай 20 на 20. А есть такая, да, что ли? Да, это ультимейт, просто знаешь, все выбор на 20. Сложности. Я понял. Серега, надо нам, короче, сказать, что поубирали. Это у нас под столом паутина какая-то. Грязно. Но уборщики не умеют. Ну вот. А полы помыли очень хорошо, аж блестить. Я даже вижу себя. А! Слышишь? Димас. За... О! Свет включай. А, больно, больно, больно. Уходи. Убирайся. Есть. Ты какой резкий. Ого. Да ладно. И пошел. Красава. Стоит. Прикольные звуки, да, Серега, издают? Да-да-да. Стоит, дрожит. Ну нафиг, я боюсь на него смотреть даже. Опа. Ой. Щида. Ушел. Нормально все. Он стоит за страницей. А я его люблю, он хороший. Он, кстати, добрый, он не должен сразу убивать. А, не, должен. Я вспомнил. Так, вентиляция открыта. Да что ты шпагаты тут рисуешь, чувак? Опа, опа, опа. Он что-то ворует. Что тебе надо у меня дома? Опа, шкатулка. Да ладно! Ушел. Что-то передумал, как-то стрёмно ходит, он... А чё у него ноги не шевелятся? Не знаю. О, Лефти сидит. Все хорошо. Да. Седьмая... О! Пошла, пошла, пошла. Не двигайся. А, нельзя, ну а ещё далеко она. Идет, 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 Серега, стой! Не двигайся. Не двигаюсь. Опа, опа, нюхает. Прям на ухо поет. Ну, слышно, что она вот там вот где-то. Да-да-да. Так, все хорошо, о, Серега. Смотри, Димас, ползет. Кто? О, так ты ж дохлый, должен был сгореть. Микросхемы не перегорели. А ну, Серега, кинь ему бомбу одну в живот. Ты смотри, лазишь тут. Да, конечно, Серега. Опа, засал, засал. А я уже подготовился взрывать. Ну пусть его. Будет. Так, пацаны. Мы свои как бы наполовину уже. Опа, опа, спринт-трап. А! Я его не вижу. Вот это да! Опа, фонариком. Опа, убежал. Красавчик. А я подарочек им сделаю, Димас. Давай. Если кто вентиляцию залезет. О, это ты правильно делаешь. Давай ловушку им сделаем. Сейчас я такую ловушку замучу. Уйдет. Ну нафиг. А! Да кто умер? Мангл. Убила тебя? Да. Так, я закрыл все. Я открою дверь, пожалуйста. Все хорошо. Мы пока тащим. Ага, тащим. По разу уже умерли. Классно тащим. Опа! А, не лезь сюда, головешка. Смотри, точно седьмая ночь. Да. Ушел. Убирайся. Так. Никому не нужен. Со всех сторон лезут. Вентиляцию тут не смеется. Лезут они. Опа. А, Флора. Стой, не двигайся. Серега, ты двигаешься. Она меня толкает. А, понял. Так, 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 смотри, все пришли. И что делать? Мама. Очки. Я слеп... Я... Нет, не помогло. Меня не убили, отлично. Меня не спалили, Серега, все хорошо. Вы че такие дерзкие? А ну, смотри, пошел. Смотри. На! Взрывай! А, ушел, вот блин. На! Нормально пойдет? Еще?
Серега, давай еще. Да ладно, я свой. Ушел. На! Вот это жесть! Вот бы в реальном ФНАФ в оригинале давали бомбы. Так, так, так. Идет, идет. А он вроде добрый, он ничего не сделает. Но он может превратиться потом в большого. Ой, я вижу себя. Серега, не надо! Да уходи ты отсюда, я тебе ставлю фонарик. Отлично. Так, все, ушли? Да. Так, давай, кидай бомбы. Опа, есть. Кидай, 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 Серега. Чтоб больше они не приходили. О, Бенди, ты чего? А чё, он был на всем, что ли? Ты чё, его? Ха-ха, его же не было. Чё за кусок Майнкрафт? Опа, нам попалось что-то не то. Давай, Серега, сейчас скоро приду. Ого. Кто это такой? Меня съели. Ой. Фокси, не-не-не-не-не, я пришел на Фокси на место, он за это меня хочет убить. Нет, помогите, помогите, я живой, я живой, я живой. Ха-ха-ха-ха, я обманул его. Есть, 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 тащим, тащим. Бил одного. Отлично. Бил, я понял, давай, я понял. Спустимся. Я пока не спрячусь от них. Опа, там кто-то летит уже. Да, меня съели. Уходи. Это была Скрабэйби. Фух, Серега. Точно, это уже даже, наверное, восьмая ночь. Это не седьмая. Да нет, опять не шевелись. Да. Как она взломала дверь? Что за говно? Хацкер. Читер Балора. Смотри, она не рабочая, ты понял? А, поломанная, то есть. Ну да, она не работает. Видишь? Она пытается нам дверь сломать там. Ой, Фокси бежит, Серега, прощай. Ого. Ой-ой-ой, я там кого-то вижу. Открывай двери, Серега, правую. Диппер. Опа, началось. Чё тут смешного-то? Тихо-тихо, не ломайте двери нам. Так, у меня есть тоже пистолет крутецкий. Я не буду так просто терпеть это все. А, меня съели. А как? А я не знаю. Да кадака! Я в вентиляции справа. Да уходи! Есть, Серега. Я нам помог немножко. Да, отлично. Так, так, так. Сейчас мы сделаем кое-что. Все будет четко. Я буду мстить. Димас! Что? Серьезно? Нет. Открыл дверь. Я буду мстить всем, это мой друг. Нам всем конец, типа. На, нам не всем конец, мы с тобой останемся живые, идем. Ха-ха-ха. Я люблю эту штуку, не знаю что, но на такую крутую какой-то эффект дает прям страшно. Идемте, аниматроники, не убивайте нас, будем выживать вместе. Мы добрые. А! Только бабка лезет. Надо пройти сюда. Отлично. Серега, прощай. Не, мы выживем, нас никто не тронет. А где эта полоска черная? Я ее не вижу. А она сейчас будет. Да-да-да, ждем, ждем, ждем. Блин, ну пацаны жестко пугали. Ого! А что это было такое? А я заморозил аниматроника. Четко. Все, его теперь тьма поглотит. Все, прощай, аниматроник. Давай, прощай, Серега. Опа. Так, бежим, бежим, бежим. Угу! А это было раньше? Да. Вот это жесть. Я так дернулся. Да ну зачем так пугать? Вы чего? Давай, аниматроник, прыгай вниз, а мы после тебя. Давай, давай, не сыкай, я так 100 раз сделал. Я обманул, мы прыгать не будем. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега и Фокси, сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, Серега, по местам? Да. Так, давай, уго, ты видишь, как он быстро бегать может?
Аж ветер пошел. Бесплатные пирожки раздают. Так, Диман, закрываем все калитки сразу. Так, закрываем. А вот эту верхнюю можно закрыть? Давай посмотрим. Можно, можно. Ох, так вообще шикарно. Только тут очень жарко будет, и мы вспотеем. Так, а эту можно? Опа, смотри, уже баллон Б пришел. Все работает. Так, баллон-бой, до свидания. Своим шариком вонючим пришел. Ага, продает шарики нам. Так, два. О, смотри, лезет, лезет, красава. Ползет? Да, ползет. Дай на него посмотреть. Видео. Смотри, красава какой, прощай. Давай. Я ему пальцы прихлопнул. Вижу, вижу. А как так? Нормально, нормально, ребята. Серега, нормальная озвучка, хорошая. Кстати, Серега, тебе надо быть актером, поприщемили у него палец сам. По озвучке. Так, значит, в фильмах, короче, причемили пальцы. Зовем Серегу. Профессионал просто. У него микрофон. Опа, подожди, тут мангл, я перепутал. Прощай, голову отщемил. Димас, ты сегодня это убиваешь. Убийца аниматроника. Кстати, дверь уж можно убить, да? А ну пролазь, я тебя прищемлю. На. Дверьми прибивать. Смотри! Да как он пролез? Диман, боги! Боги! Баги! Я его закрыл. Так. Так, 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 прячемся. Ого, я ж дернулся. Нормально. Так, я тут в каком-то офигенном месте. Тут. Там марионетка была. Так. Диман, я иду к тебе. А где ты? А, красные глаза бегут. А, марионетка, Диман, быстрее в хату. Блин, я ее не видел, она какая-то очень стрёмная. Так, хорошо. Сейчас мы кое-что сделаем. Сделаем так, чтобы вас заглючило. Получилось? Так. Да, нет. Все, я здесь. Так, охранники на месте. Опа-на, я слышу Фредди, он ржет над нами. Какой-то стрёмный голос. Так, а здесь нарисован клоун, и он смеется. Смотри. Так, сейчас мы возьмем оружие. А, ты уже хочешь нападать на них? Оп. А, это и есть твое оружие. Ну да, буду ныкаться. Прикольно, прикольно. Да, я тоже такое возьму. О. О. Нормально? Четко. Не идет хоть? Открывай. Эй, мужики, выходите. О, закрывай! Ты без маски ходишь. А вот с маской. Здрасте. Здравствуйте. Как у вас дела? Бонни, откуда вы здесь? А? Тут никого нет, уходите. Опа, есть? Опа. А я иду, иду пацанов убивать. Так, а я иду в пиццерию. Здрасте. На сцену. Это жесть. Да. Вы расходились? Смотри, сколько их тут ходит, как у себя дома. Ой. Так и есть. А так, что вы у себя, это мы у себя дома. Кстати, ты видел, Дима, здесь офигенные есть картины? Эх, жесть, убил меня. Это... Там, кстати, наши родственники. Прадедушка Фредди есть. Фокси, Пират, Чика, просто сейчас Чика, я приду. Бонни. Бонни, гитарист. Тихо-тихо-тихо. Фредди, тихо. Вокалист. О, Димас, так во-во, это рок-группа получается. Это самые лучшие звезды. Фокси на барабанах, Чика на посуде, Бонни на гитаре. Фредди... поет. Фредди на микрофоне. Да. Все сходит, смотри, какой страшный челик. Ой. А вот это вот, это Фантайм Фокси или как? Блин, я маску забыл взять. Так. Какие-то злые они очень сегодня. Здравствуйте. Так, Диман. На него светить надо, когда он... И он начинает ржать, как дурачок? Да, когда он слишком офигевший, на него надо светить. А когда он успокаивается, на него наоборот нельзя светить, потому что он кусает потом. Понял, Диман, открой я мне. Я же в Фантайм играл, это я шарю. Открой мне левую дверь, ой, правую. Правую открываю, давай. А, подожди, я ж могу вроде сам открывать, не? Ну да. Я не знаю. А что ты не поп... О! А как так-то? Это что, был дабл килл? А, он сзади вылез. С вентиляции вылез на крысу. Так, только... а сзади мы не можем закрываться. Ну да, большая крыса прилезла. Кстати, Димас, в общем, потом покажем подписчикам. Здесь есть прикол сзади вот этой пиццерии. Там какая-то пасхалка есть. Ну там нажимаешь кнопку, и все черное, мы уже показывали. Ну и там вылезают какие-то трубы из стен. А, да, 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 мы показывали. Ну нажмем еще раз. Надо будет еще показать, а то мы давно не показывали. Ну да. Так, уходи отсюда. Я свой. Слышу страшные звуки, Димас. Они реально всю карту тут заорали. Да отвали от меня. Сейчас, Димончик, сейчас надо обмануть его. Давай с другой стороны, Димас. Кстати, скримеры классные сделали, Димон. Лучше, чем было. Я видел, на скример поменяли на кошмарном Бонни из
части какой-то. И на других тоже. Вот это они шумят там громко. Знаешь, на какой части? Сейчас скажу, где поменяли. FNAF 4, Хэллоуин, Пилпак, вот Джеко Бонни. Вот на нем скример поменяли. Смотри, кто пришел. Ой, добрый день. Дай ему пострача. Я под стол. Под столом, кстати, написано Ultimate Custom Night, Димас, смотри. Да? О, круто. Да, прочитай. Четко. Фонариком ему по ногам свети, не знаю, к чему это приведет. Давай, Димас, на прогиб его руку ломай. Я ему по голове буду ногами прыгать. Бей его, бей его. Надо было ему ногой треснуть разок, вот так вот. Смотри, провалился. А ну иди сюда, жопа. Блин. Не нравится, когда ему по голове прыгают. Мы в жопе. Так. Так, Дима, надо что-то придумать, как их замочить. Смотри, кто к нам залез. А он не может залезть, ему стена мешает. А ему жопа не пролазит, здоровая очень. Здоровая сильно? Ага. Объелся, наелся. И все. Так, я слышу какие-то звуки. Как будто чайник кипит. Ну да. Димас что-то не выключил чайник. Ой, я там испугал его немножко. Закрывайся. Так, сверху никого. Там вроде никого не должно быть. Так, Димочек, я тут посижу. Прикольно, ты кого-то убил. Так а зачем он тут лазит? Тут свои пацаны ходят. Так, давай-ка тогда я тоже что-нибудь возьму. Вот такое оружие есть. Но! Ого! Договор подписали. О, Дима, знаешь, я бомбу на двери поставлю, она взорвется, когда открыть? Нифига себе. А что, так можно было? Да отвали ты, вонючка. Говняк. Он гоняется за мной, Димон, помоги. Я только пришел. Отвали. Шипяшка. Ой-ой-ой-ой-ой. Так они читеры, двери открывают. А ну еще раз ставим на двери. Наши двери. А ну, Димончик, что будет, если открыть? Давай на эту тоже поставим. Давай. О. Если бы аниматроников было бы 100 жизней, то они бы умерли, мне Hello. Кажется. Прикольно мы сделали. Смотри. И под эту дверь. О, классно, да? Да я тоже кину бомбу. Прикольно, Димас, прикольно. Че, ждем их? Ходит он среди нас уже! Я вижу тень его! Я взрываю! Угу! У него еще голубые глаза такие красивые. Ребята, ставьте лайкосик за то, что мы с Димоном очень долго держимся. Дабл килл. А нет. У нас получается какая-то битва аниматроников и охранников. Да нет, кстати, они меня пугают иногда, я ж дергаюсь. Смотри, пришел дерево. Блин. А ты был в комнате, где Фредди за мониторами должен сидеть? Иду. Ха, прикольно здесь, кстати, сделано. Камера. О, а тут можно камеру? Димас, что-то тебе не везет, короче. А тебе везет? Ну, пока что да. Теперь я не дам себя убить. Кто здесь, духи? Димас, аккуратнее, а то меня зацепишь. А где ты? Где ты, чтобы я тебя не убил? Я думал, ты в этой комнате, Димон. Где ты, чтобы я тебя не убил? Я думал, ты в комнате, ты залипаешь, где камеры? Зашел за угол и сразу выстрелил. Знаешь, как это называется? Да. Называется префайр. Когда ты не видишь и стреляешь заранее. Да, 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 аккуратнее, Димас, только меня не зачисти, пожалуйста. Блин. Да как? Я же зачищал. Я видел. Я даже пройти не мог. Да я специально там и стрелял, чтобы ты пройти не мог. О, смотри, дабл. Ух, отлично, ребят, 2 килла. Тихо, 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 Димас, я тебя боюсь уже, как ты ходишь. Я в офисе буду сидеть. На тебе. Давай, Димон, иди сюда. Ты пугал меня. Так. Димон, прикрывай меня. Я просто не так понял. Спасибо, Димон, за прикрытие. Классно, в голову пуля залетела. Красавчик. Я знал, что ты можешь. Я просто видел какой-то свет в конце этого. Да, блин, опять этот жлоб меня убил. И думал, надо стрелять туда. Все, Димас, я нашел идеальное место. Ты идешь ко мне? Да. Привет, аниматроник. Ты как там? За иду, углом иду. Сидишь. Ха, получай. Димас, иди, в общем, в главную нашу комнату.
Я тебе сейчас покажу тут кое-какой проход офигенный. Можно его оборонять, вообще супер. А кто-то открыл, да? Нет. Да! Нет! Димас, ты открыл эту штуку! Не открывал! Ого, ребят, смотрите! Пацаны, выживаем! Димас, иди сюда! Каждый сам за себя! Ого! А где ты? А я где вот эта открытая дверь сейчас открылась сзади, понял? А, я уже оттуда убежал. Надо было бежать сюда быстрей. Меня сейчас засосет в этот... В пучину! В мини-игру. Так, я ничего не вижу, короче. Ой, идет черная полоса. А, нашел, вот. Это знаете, как называется мини-игра? Рыбак. Подожди нас там, Димон, сейчас мы придем. О, вижу Фокси. Пацаны, Фокси, ждите. Пока... Я еще выживаю до последнего. О, ребята, пасхалка. Я тоже. Лефти, мы с тобой остались вдвоем. Подскажи свое последнее слово. Я не уйду работать в пиццерии. Потому что я... Так, где мы? Welcome Strange. Welcome to Strange. И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, с Дима Покемон, Кэт, Макс и Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас на всем. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. У него в животе штуковина, чтобы бросать монетки? Да. Есть у тебя этот рубль? Нет, тут фасткоинцы нужны, Димас. Нет, можно рубль по животу дать ему, и оно сработается. Так, что еще есть, пацаны, что еще есть? Показывайте аниматроники. Я могу превращаться в попугая. Это классно. Это, Димас, как на седьмом пролетает попугай. А кто еще есть? И все, больше никого нету? Есть. У него походняк другой. Это солдат. А я марширую на работу. Во, у него живот открывается. Димон, смотри. Это он что хочет, яблоко взять? Это, наверное, кишки выдирает нам и засовывает их себе в живот. Офигенный, кстати. Смотри, а внутри у него механизмы. А ну стой, я знаю, как его починить. Вот так, в живот. Ногой в живот. С ноги. Не заработал. О, кстати, музыку прикольную делает, да? Да, прикольный музончик, мне нравится. Так, ну что, пацаны, вы готовы нас пугать? Подожди-ка, Димас, еще они не показали вот этого аниматроника, давайте я покажу, смотри. О, гитарист! Да, только надо стоп-сон прописать, пацаны тут музыку нам делают. Кстати, ты так ногой одной прикольно делаешь. Сейчас, секундочку, стоп-сон. Оно прекратилось уже. Ага, смотри. Чика прикольная, с маракасами в руках танцует. О, я слышу музычку, слышишь? Это ты, Димон, делаешь на гитаре? Прикол. Да, это я. Первый раз такой мод вижу. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Аппетитуса. Димон, смотри, какая картина марионетки. Она была раньше или нет? Всегда была, Димас, здесь. Я просто, видишь, была. Забыл. Карту нет, карту не обновляли, но вот аниматроников мы, ребята, завезли немножечко. Так что в следующей серии запишем с аниматрониками. Прятки, может. Пролетает попугай, нажимай на него, нажимай. А, надо нажимать? Нажимай на него, нажимай. Я нажимаю, давай поймали. Этот выбор. Поймали, давай, теперь ты нам должен... Чё, да, как-то странно он себя ведет. Эй, уйди! А, он же монетки просит. А, есть монетка? Давай поищем. На. Я еще не прошу монетки. На, ничего не просишь монетки? Ой, а что он делает? А, короче, он просит 5 монеток. А, я слышу. 5 коинс, говорит, надо. На тебе вот это влезет в жопу. А чё в жопу? Ты в живот же съешь. Не, Димас, это не влезает. Давай что-то поищем. Может, монетки все-таки есть какие-то? Похоже на монетки что-то. Ну, сейчас что-то найдем, Димас, сейчас что-то найдем. Кстати, мы скримеры не показывали, но потом покажем уже в процессе. А, вот, нашел фасткоинсы, смотри. Кстати, так, есть. Одну. Запихнули. Там кто-то еще ходит, я слышу. На, смотри, я ему мне так надавал. На тебе монетки. Ай, ты че его убил? Так, а это Афтон был, надо было, Димас, справа вентиляцию закрывать. Блин. Кстати, Димас, когда на монетку нажимаешь, такой звук, как в реальном Custom Night. Смотри, послушай. Собирай монетки. О, прикольно, чпонькс. Так, ну-ка, лови его, поймал. Там черепиздрика видно, что это человек. Так. О! Так, Димас, я выбираю 10 монеток. Все, мы выбрали 10 монеток. А ему что надо делать, этому Фокси? А он нам выдает либо энергию восстанавливает там на 1%, либо 10 монеток, либо какую-то музыку специальную. Опа, Лефти. Закрывай.
Клефтини с этой стороны должен приходить. Есть большой плюс в этой игре, нет энергии. О, такой звук офигенный. Кстати, я слышу, куш. Я даже слышу его, когда ты берешь. Как будто Димаса сорвал куш. А, Лефти. У него сейчас кишки, надо быть очень внимательным. А, закрывай. Тихо. Ой. Да я проверил, что работает, все четко, мне нравится. О, монетки собираем. А это ты их набросал тут? Катулка, а, птица. Это самолет. Нет, это птица. Это самолет, Димас, да. Так, к нам там не ползут, Молтен Фредди. Во, Димас, там ползет аниматроник к нам. Дай проверю, я не верю тебе. Да верь, верь, смотри. Не верь, не верь. Эй, ты че тут ползешь? Димас, давай откроем дверь и проверим. А, Димончик, нет, закрывай. Димон, бей его калиткой по голове. Надо только стрелять по ноге, чтобы он понял, надо отойти. Да, 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 да. Аниматроники по-хорошему не понимают. Так, здесь мы открываем. Димас, открывай. Ого, он прибежал и сразу убил. Ну, отвали. Вот кишки. Он кишки открывает и хочет их засунуть в себе. На, получай здесь сиру. Я аниматроника со спины мочу. Все, Димас, мы его убили. Я не убить. А чё меня не может убить? Наверное, ты опасный. Я запрятался за шкафами, они достают. Вот они, вот они. Короче, мочканули меня жестко. Так, Димас, я пока подзакрылся. Слышишь ты, дверь-открыватель фигов. Ничего себе, ты умный. Так. Ах ты, откуда он взялся? Так лезет из всех щелей. Аниматроники нападают, что ли? Четерюга какая-то. Вон Димон стоит, вот он. А, ладно, это не он, это он. Я его физганом взял. Ты чё ходишь тут, невидимка? О-о-о. Вот это скримачок поймался. Пойдет. Так, Димон, давай заготовимся оружкой. Давай, я уже поднял оружку. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Serious M2 играл кто-то? Здравствуйте, аниматроник. Нет, не играл. А, играл. Блин, зацепило немножко меня. Так, хорошо. Кто-то мне там говорил, что аниматроники не очень любят огонь. На, Димас, ты его прям нормально. Слышь? Сейчас, Димас, мы сожжем. Что за звук? На. Я его сожопилю! Вот офигели совсем. Вот это, на этого, Димас, не свети просто так. Блин, да я хотел сказать, что убью их, но не успел. А, это какая пока ночь? Это какой левел? 50-й, что ли? Да, Димас, нормально же был аниматроник. Охранники соответствуют левелу аниматроников. Ага. Диман, я им засаду устроил. Я тоже, я присел и уже наготове с блоками стрелять. Он хотел меня убить. Так, ну что, кто еще на меня нападет? Аниматроники. А я их жду. Марионетка хотела меня убить. Ну, кто еще? О, я на пути, прикольно. Серега, давай что-то новенькое. Эй, аниматроники с пистолетом. Что такое? Аниматроники, вы офигели, походу. Ого. Да. Димон, я боюсь эту базуку. Базука офигенная. Точно. А, это ты, я чуть не убил. Тихо, тихо, тихо. На! Ах ты, Кэт Максухин. Так, есть у меня гранатка одна. Димон, забрасываем. Забрасывай. Ай! Ой, это камера. Так, сейчас будет офигенная, смотрите, бомба. На! Ого, ай, блин, какой... сам себя отравил. Такой взрыв и ничего не прошло. Димас, не прошло. Бери, короче, давай. Ай, знаешь, блин, да я кинул. Я кинул гранату, давай подождем, пока она израсходуется. Короче, Димас, бери атомную бомбу и давай начинаем. Ядерную бомбу? Конечно. Погнали. Все, делаем. Иди сюда. Штрижок. Короче, теперь они нам засаду устроили. Давай еще раз. А может им, короче, в телепорт просто накидать всякого какашка? А, Димон, что они пролетят туда? Да-да-да. О, Димон, давай проверю. Ну, пацаны, не убивайте нас. А ну, кидай голубей. Да, Димон, они пролетают. Да? Да. Они в стене остаются и потом взрываются. Они, короче, Димон, оттуда разбежались, засали нас. А,
обосранцы. О, давай эту гранату кинем. О! А теперь мы же не можем зайти туда. Димас, атомная бомба так пролетит, давай попробуй. О, давай проверим. Хорошо, я готов. Сейчас посмотрим. Только целься прямо в дверной проем. Прям в черную дыру, да? Да-да-да. Раз, два, три. Блин, Димон, а ядерка не пролетает. В итоге, кто погиб? Ого, вот это колбасит. Ого. Что-то жестко очень. Так, ты что, живой остался? А теперь то же самое, только в пиццерии, Димас, давай сделаем. Давай. Так, не понимают они. На счет три заходим с тобой и разносим просто всех аниматронов. Хорошечно, давай. Да блин, вы что делаете, негодяи? Да жесть. Димон, придется применить хитрость. Хитрую штуку-дрюку? Да. Все, разносим. На! Я успел стрельнуть. На, я ого! Двойной ядерный взрыв, короче, сделали. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега и Злая Панда. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас на всем. Давно меня никто не пугал. Ну что, Серега, я надеюсь, вы будете очень классными аниматрониками и не сильно меня мочить. Так что давайте по местам. Да. Тут куча вентиляции, не знаю, справлюсь я или не справлюсь. Еще, они еще и не закрываются, это вообще жесть. Ребята, если кушаете и пьете, приятного аппетита. А мы начинаем. Так, давайте сначала проверим, кнопки невидимые здесь. Так, есть. О, я все закрыл. Так, ну что... Открываем пока не что. Так, я уже слышу, кто-то тарабанит по полам. Не ломайте, их только помыли. Смотрите, как блестят полы, очень круто. Прям просто крутецкий. Так, Димас, я слышу. Я иду за тобой. Я слышу. Только же вы сначала возле двери стойте, не мочите сразу. Ха-ха-ха, я успел. Я доберусь до тебя. Не-не-не-не-не, залазь назад. Есть. Есть. Блин, они со всех сторон лезут. Так, ушел, отлично. Не ушел, отвали! Ребята, ставьте лайк за хорошее настроение, потому что веселье только начинается. Так, ушли. Мужики ушли, открываем. Опа! Это какой-то звук очень стрёмный. Тихо. Блин, мне стрёмно. Тут паутина. Не помыли под столом полы, но что-то грязно все. Мужики. Мне страшно. Какая-то карта очень стрёмная. О, я уже вижу аниматроника. Ну нафиг. Я успел. Так, никого. Отлично. Тащим. Hello, электричество воровать не надо у меня. Ну нафиг! Эй, убери гошку свою, я не могу закрыть двери. Хай. Блин, отвалите! Отлично. О, фу, двери держат своими руками прочными. Так, поуходили. Отлично, ребята, мне нравится эта ночь. Крутецкая. И карта классная. Серега, в конце мы сделаем сюрприз, который ты хотел показать. Конечно. Нажмем там кнопку, и карта начнет черным заплывать. Не знаю, мы давно показывали или не показывали. Два штуки! Да ну нафиг! Нет, уходи, я тебе дверь открою! Два левки пришло одновременно, да как? Да как вы так классно придумали? Мне еще такого ни разу не было. Ребята, напишите в комментариях, по сюжетке так должна быть или нет. Могут ли вообще прийти два одинаковых... Фух, я же запереживал, потому что пацаны классно нападают, мне нравится, отлично. Уходи! Опять пятки подставила свои вонючие. Мангл лезет, ну пока надо лезет, батарейку еще будем экономить. Ух, ушла, отлично. Лезет, где она? Здрасте. Тут все хорошо. Ребята, тащим. Фокси пришел. Фокси должен был сразу забежать, но это добрый Фокси, он сразу меня не убивает. Потому что начало ночи, дальше он, видно, жестко будет меня мочить. Так, все спокойно у нас. Все хорошо. Открываем двери.
Чика. Все хорошо, хорошо, блин. Очень жестко, очень жестко. Да что за шоу? А! Ты закрывайся! Она успела пролезть или нет? Да уходите от меня! Вот это класс, мне нравится. Фух. Можно расслабиться. Да хватит, вы такие жесткие мужики. Все, ушли, отлично. Не ушли? Откуда шум? Фокси! Фух, Фоксюхин, ты свой, я вижу. Очень добрый Фокси, отвали! Где он? А где он? Опа-па, где он пропал? О! Я зубы его вижу. Убежал, убежал, убежал. Стоит, стоит. Какой-то... О! Очень жесткий. Очень жесткий. Уходите. Так, ушел, 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 ушел. Нормально у нас. Димас, идет твой старый добрый друг. Это кто? О! Ну нафиг. А, не успел. Ах, ребята, затупил, ну реально, да, ну не успел, ну что, ну да. Я запереживал, колени затряслись, блин. Ну что ты, ну что ты, ты же добрый. А нет, не добрый, я вижу, ты зубами шевелишь. Здесь у нас все хорошо. Отлично. Да как ты пролез, да ну нафиг тебя. Там кто-то ходит. Офигеть, они ходят по пиццерии, ищут меня. Ну нафиг. Ха-ха-ха, класс. Опасно, опасно очень, ребята. Чё-то наш чё-то режим заедает у меня. О, я слышу Балору. Музыка играет, класс. Так, надо проскользнуть в другую комнату сейчас. О, песни поет. Это реально жестко, Серега. А мне понравилось скрываться от нее. Серега, давай нажми ту кнопку, повыживаем. Только пошли вместе. Как обычно, так как положено, пошли. Так, ребята, мы идем нажимать секретную кнопку в секретной комнате. Секретную дверь. С секретным человеком. В секретном ролике на секретном канале. Ну-ну-ну-ну-ну, давай. Ого, видно, давно не открывали, ржавая очень. Да. Все, ребята, смотрите, что сейчас будет там лезть. И звуки такие страшные, реально как хоррор какой-то. Да. Так, надо сразу сюда лезть потихоньку, потому что она да, сейчас да, будет да, сзади давай. Нас. Давай, Серега, если погнали. Если тебя сожрет, то... Да, это будет жестко. Ого, уже здесь, смотри. Да. Так, 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 давай, так, лезет. Давай, бежим отсюда. Ой, блин. Ой, и Фредди. Серега. Давай, Фредди, спасайся. Ты наш человек. Нет, ты кабаки. Отлично, ребята. Звуки такие неприятные, реально. Стенка, Димас, черная стенка. Я вижу, с этой стороны черная стенка. И с этой, ребята, ну все, нам конец. Сейчас что-то будет очень страшно. Мы все умрем. Возможно, и не все. А-а-а. Они все так, 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 так. Серега, как ты думаешь, что будет? Не знаю, Димас. Так, надо посередине прям встать, чтобы прям ноги и кишки все одновременно кол. Прощай. Пошли на того челя. Ух. Серега, пошли на того челика. Пойдем. Фонарик работает, но не светит. Так, здорово, челик. Здорово.
Мы как-то давно играли на этой карте, но не помню, было это или нет. Добро пожаловать, странник. Next. Сейчас надо на... Серега, прыгай вниз. Нет. Я извиняюсь, что говорю тебе это, но вы сломали карту. Она сломана сейчас, и здесь больше нет ничего. Мы увидим. Верни все обратно. Навсегда. Нажимай. Ну? Нажимаю. Может, прыгнуть надо? Ну, не знаю, прыгай. Ого, звук такой прикольный. А где вы? О, где это мы? Что-то у меня все красное. Я полетел... Аля, ты поехал сюда в одно и то же место. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и Серега, как всегда, отличное настроение. И сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 7, она вышла 10 августа, ее улучшили 30 августа, классно все сказал, если вы бьете, кушайте, приятного аппетита. Во, я Фокси. Кстати, можно у Фокси, у него тут уютно. Да, ну такая да. Такая квартирка, дай пройти. Квартирка. Что поделаешь? Вот. О, это, так это же рабочее Фредди. Место наше. Садись, Фредди. Команд. Не, это Фредди здесь живет. А ты можешь понажимать на у тебя кабаки? А, ребята, мы хотим еще сказать, если вы хотите, чтобы мы записали здесь прятки, ставьте лайки, пишите плюсики, и мы запишем прятки на этой карте. А мы будем ее исследовать дальше. Смотри, классно. Это да? Родословно. Да, мистер Фокси и миссис Чика. Грэнд... Чика. Ага. Они... Бонни младший. Бонни. Фредди. Сдох. Фредди средний. Фредди удачный. Из родословной по бабушкиной линии от Голд Фредди. Чего? Ну да, я, короче, там читал родословно, очень все сложно. Да, ребята, наша серия заканчивается, мы уже осмотрели всю пиццерию, в принципе, можно выходить уже. Да не, он пошутил. Подожди, а мы что, уже по кругу пошли? Это вся пиццерия, что ли? А здесь, знаешь, кто находится? Здесь находится Фантайм Фокси. Это девушка Фокси, понял? А, понял. Так. Ой, здесь мы не были. Здесь Чика, тут, короче, посуду там ломает, тут она тут бегает. И марионетка тоже. А как эта коробка грязная? Смотри, ее, видно, уже много раз транспортировали. Вонючая. Это борщ. Смотри, пицца, все как положено, пиццы много. Смотри, чья там рожа нарисована. Я покушал пиццу, да? Так. Смотрите, вот даже тут пицца есть. Да? А что это пицца? На пицце написано Фредди Фазберс пицца. Ничего себе. Так это как кухня получается. Кнопушки, да, кухня. Короче, пришлось... одну комнату убрать и сделать комнату для марионетки на кухне. Иди ко мне. Вот, а, я сюда. Тут не был. Вот, иди сюда. О, где-то мы сейчас будем. Ого, тут все стены описаны. Человек-печенька. Странно, это пасхалка, что ли? Если это пасхалка, то мы ее нашли. Это дерьмо какие-то, тут они, кстати... А ну читай, что написано. Так, Димас, Димон, Серега. Вы лох цветочный. Так, ладно, я пошел. Давайте. Неинтересная пасхалка. Пасхалка. Это типа пасхалка только. О, Димон, полезли туда наверх? А, не, давай сюда. А вот сюда. Нет, не туда, сюда. Опять сейчас куда-то приведет, там где написано, что мы лохи. Замечательно. Так, вот, смотрите. Вот здесь вот написано, что мы самые крутые. Так, вот это, кстати, можно сломать, наверное, да? О! Димон, откуда ты знал? Она открылась! А чё я не могу пройти? А чё за кабака? Что это? Серега, аккуратно, ты бы... А, это может твои чернила тебе лезут? А это да, Бенди, Бенди, вали отсюда, ва. Вали к себе там в чернильную Нарнию. Смотри. Димон, смотри, что сзади, везде происходит. Димон, во, мне нравится. Четко сделал разработчик. Я валю. А куда? Через этот портал. Ой, а мы в черном какой-то, в жопе какой-то. Попробую прожить, ребята. В черноте какой-то находимся. Я понял, я видел, она сзади идет меня, достигает тоже. О, знаете, что это? Это мини-игра рыбака. Это рыбак.
Мы должны, короче, играть в мини-игру. О, это Димас, реально мини-игра, тут все написано. Иди сюда к нам. Лети, иду, 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 иду. Сейчас тебя тпхну, Димас, сюда. Давай. Это реально как Димас в FNAF 7, смотри. О, рыба. Круто. Смотри, next, играем. А, я извиняюсь, но ты лох. Чилийский. Ой! О, смотри, идет, идет, что-то... А подожди, ниже, ниже, ниже. Короче, он написал, что, что нужно поиграть, это, ну, рыбу ему поймать, короче... А я не знаю, как ее ловить. Прыгай в воду просто. А, мы уже в воде, короче, нормально все. Я в красной какой-то мотне и все полосками, не? Ну, нам надо и сюда, как бы, и да. А почему нас телепортируют обратно? Ну, типа, мы рыбу тут ловим. Кстати, давайте на В нажмем, вылетим наверх. Ага, если бы так можно было бы. А, короче, можно. Давайте килл пропишем. А я ливнул уже оттуда. А я килл прописал. Ой, все, я появился. Отлично, ребята разгадали, как и что. Это жопа, ребят. Реально, ребят. Угу. Вообще. Вот, давай теперь наверх полезем, куда ты хотел. О, давай, давай, давай. Давай, давай, туда. Подожди, а мы тут везде были в вентиляциях? А вот да, в эту да, нижнюю везде. Не лазили это, мы еще. Это, Димас, одна и та же вентиляция, она ведет к той двери. Понял. Печально. Ну, пасхалки, короче, крутые. Офигеть, это ж... Я вообще неожиданно. Это реально очень неожиданно. Давай, Димас, вставай на меня. Димон, не открывайся! Твою рожу видно через железку. Ладно, Серега, полезли. Запрыгивайте. Запрыгивай через меня. Давай, давай. Да я выможусь от тебя, ты грязный, вонючий, чернильный урод. Пойдемте. Так. Блин, а что тут нас ждет? Даже интересно. Да надо прямо просто идти и все. Валим. Потихоньку. Наваливаем. It's me, Mario. О, Димас, это как этот, как дакт система. О, не дакт, а вентиляционная система. Я знаю, куда. Нам надо налево сейчас идти, короче. Да, а если поворот просто... только направо? Так, нет, нам налево нужно идти. А откуда ты знаешь? А, пойдем. Ты схему помнишь в FNAF 7, да? Да, да, помню. Красавчик. Тут еще есть, я думаю, так, система есть или нет, я не знаю. Так, нам направо сейчас надо идти, вот сюда, вот, да-да-да. Идем, идем, четко вот все. Отсюда идут аниматроники все. Вот и отсюда. Че нам, а как нам пройти? А никак, тут ничего нету. Там ничего... Там ничего нету. В общем, чтобы выйти, идите направо. Направо идите. Прямо. Серега, за... там за углом аниматроник, я видел тень его. Боишься? Серега у нас все боится. Так. Умер. Просто умер, красавчик. Значит, что-то было. Димон, тут куда идти? А, направо сейчас иди. Блин, чуть не могу пройти. Ай. Серега, так, ты общем... летаешь или кто-то летает во мне? Это я. Понял, а думаю, то что тут призраки или духи вонючие? Так, а вот это вентиляционная система. А вот это вот, Димас, это дакт-система. Там должны быть, по идее, эти плюшевые всякие маленькие. А ну дай, давай полетим на контроле. Но там ничего нету. Вот говно. О, закрепляться, да? Двери. Надо не на щиток нажимать, а вот тут просто на эту, в пустое место здесь. Типа там кнопка невидимая. Классно. Угу. И вверху. Можно за... А значит, ну, нема электричество, да? То есть можно вечно открывать, закрывать. Слышишь? Оп. А кто это был у нас? А вот не знаю, я не увидел. Звук, как будто это был аниматроник. Только вот какой аниматроник? Да никого не видно. Он засал по-любому. А ну выходи, сыкун вонючий. О, кстати, Димон, у меня есть новый пак оружия. Не знаю, у тебя, наверное, рорка будет. А ну давай проверим. Может, докачалось у тебя, потому что стоит аддон до автозакачки. Так, так, так. Сейчас, ребята, найду. Просто не помню уже куча. Вот. Ну-ка. О, вижу миниган. Вот это кабака. Это знаешь, какой пак оружия? М9К. Еще шотган. А че у меня нету прицела на нем? Че такое? Хотя и так видно. Это же миниган. Ого! Надо тише сделать, очень громко. Винчестер вообще класснючий. Так, классный, да, винчестер? Вообще нереальный. О, норм. Машинган. А ну покажи.
Да-да-да, мне нравится он. О, Димас, ты его слил. Так быстро? Балунбой забрал у меня фонарик. А как они попадают сюда? Вентиляция же закрыты. Так а нижние вот эти по бокам. Смотри, как... Смотри, как этот челик разлегся. Да я в него постреляю. Чика пришла. А что тут еще у нас есть? О, такая винто... Ах ты, Ghost Ready. Кошмар пришел. А? Димон, как мы их, а? Ах ты, блин! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, мой сын Ярик и мистер Лефти. Сегодня мы играем на карте FNAF. Все вы наставили очень много плюсиков и будем играть в прятки. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы будем начинать. Димон нас будет первый искать, а мы будем прятаться. Так, я беру маленький скин сразу. Так, а я беру аниматроника. Очень страшного. Во. Так, скорее всего, да. Возьму я скраб бэйби, поэтому во. Вы готовьтесь. Так, готовы, готовы. Откуда? Откуда мне начинать? Не знаю, откуда ты хочешь. А, так, блин, так вот красиво здесь. Я пасхалку покажу. Давайте я тогда начну. Блин, даже не знаю, где начать. Идем, я тебе пасхалку одну покажу. Идем, показывай. В общем, я буду здесь. Хорошо. В самом главном. Хорошо, если что, мы пролетим. Так, Ярик хочет мне... Вот, смотри. А, вижу. Прикольно. Диман, тут плюш-трап стоит, статуэточка маленькая. Ну ладно. Да? Ярик молодец, увидел сразу, я не увидел. Так, Димон. Ты чё в стенку смотришь? Ты чё, стену целуешь? Давай уже прячься, чё там со стеной там перестал. Сейчас тебя сожру, валять уже. Да блин, как ты? Диман злой, он любит всех есть. Мне можно замыкаться. Давайте, давайте. Времени у вас ограничено. Да-да-да-да-да. Дайте еще 5 минут. Не, все, считай до 10, кто не прячется. Не-не-не, Димончик, подожди, тут мало где прятаться есть. Все равно, правило 10 секунд. 10, 9, 8. Я запрятался, 7, я запрятался. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Так, кто не спрятался, я не виноват. Правило 10 секунд. Все знают. Все почитают, все уважают. Все. Давай. Начинаем искать вас, начинаем. Так, вот я зашел в какую-то уборную, но здесь ничего нету. Так. Ух ты, блин, темновато тут у вас. Очень темно. Так, а что ты хотел? Денег нету на это, за свет заплатить. А, вот, человек тут какой-то. Мочи, мочи его, если видишь. И все. Так, значит... Мистер Лефти, давай, бери аниматроника. Помогай Платина. Искать. Классный. А, так подожди, меня только не находи, он знает, где я. Подожди. Пусть ищет Ярика. Так, я какой-то звук слышу, стоп. Звуки не врубаем, пожалуйста. Никакие, так, мне что-то показалось. Нет, ладно, так, смотрим дальше. Чья-то камера тут смешная очень. Ярик, Ярик. Ярик так всегда делает, Ярик, молодец. Камеры. Уходи! Так, мне интересно, здесь кто-то был? Пришел на работу в пиццерии тут. А-а-а! Что такое, Ярик? Убили! Димон! Диман, молодец, красавчик! Да, Димас, ты я, походу, самый хитрый из. Да-да-да-да-да. Я самый. Ну все, папа, тебе это. Умный. Я думаю. Так, я возьму себе классного аниматроника. Давай. Так. Ищите. Там звуки. Так, давайте-ка я возьму плюш-трапика. А, вот плюш-трапик, отлично. Все, Димас, я иду к тебе искать. Не-не-не-не-не, плюш-трапик тебе не поможет. Поможет, поможет. Ладно, я сделаю подсказку тебе, я вентиляции. Вентиляции, а я понял, где ты находишься. Так, вот здесь ты находишься. Да, да, да. А, я понял, где ты находишься, Димас. Где? Я знаю, где ты. Давай. Мне бы сейчас туда только залететь немножко. А, не, я не залетал. А, я залетел. Не, я не залетел.
Чуть-чуть пролетел. Но можно и запаркурить сюда. Да. Так, все. Я иду тебя искать. Ты меня не найдешь. Найду. Нет. А я тебя найду. Ярик, ты меня найдешь? Да. Давай, ищи. У тебя нету вентиляции. А что ты тут за камерой знаешь? Обманщик. Ребят, настроение у нас классное просто. Ух, тут темно, ничего не видно. Так, хорошо. Вот так вот, да? Значит, хорошо, давай. Кстати, ребята, смотрите, какие тут полы классные такие, блестящие. Ой. Можешь дам подсказку? Не-не-не. Я ж тебя и так найду сейчас. Слышал? А может, кстати, ты за телеком, возможно? Нет. Ай, блин, я испугался! Я в таком месте! Вау! Каком? Пап, я тут нашел пасхалку в виде марионетки. Ничего себе, ты псих. Вау! Офигеть, она типа маленькая, прыгает марионетка тут. Димон, вылети из меня, я не могу. Она короче, как эта игрушечная и прыгает на месте. Давай, уходи, это моя нычка. Я тоже здесь хочу обитать. Ладно. Не сердись, кушай твикс. Так, все, Димас, я запрятался. Да. Так, я сначала возьму большого аниматроника, потом плюш трапа, если никого не найду. У Ярика вообще топовая нычка, Димас. Как бы сюда можно заглянуть, за кого я не играл 1000 лет. С небольшим трудом. Надо делать от первого лица, наверное. Ярика, наверное, ты, Димас, самого последнего найдешь. А почему? У него нычка топовая. Угу. Понял. Я бы туда тоже захотел прятаться. Я балунбой зубастый. Ярик, ну не ржи то, как я. А я знаю, что тут кто-то прячется. И я. Ну да, я был неправ. Включаем ночной режим. Активирован. Пап, я тебе дам подсказку. Короче, мы с Димоном в одной комнате. Ярик, только ты меня палишь, не забывай, что ты не один в этой комнате. Ага, понял, буду вас искать сейчас. Я знаю, поэтому... А то Ярик, знаешь, зашел в хорошую нычку, и теперь там гранатами кидается в меня. Нет! Значит, где-то тут Ярик. Значит, где-то тут Ярик. Ярик меня спалил. Я не видел, честно, Ярика, я тебя увидел. Так ты услышал то, что Ярик, блин, стрелял там? Да не, я честно, я не слышал выстрелов. А может и слышал чуть-чуть. Так, ладно. Так, Димон, давай вместе. Давай вместе, как обычно. А мы идем. Нет, куда-то мы идем с плюштрапиком гулять. Хорошо. Сейчас я так запрячусь. Так. Димон, он еще не запрятался, иди сюда. Ты подсмотришь. Так он там... Ах ты хитрый, сразу побежал подсмотреть. Так, а где он там? Ой, иди посмотри на эту картинку, как прикольную. Как бы сюда можно запаркурить в это место. Я видел отсюда, ее, у меня уже не получится. Да где марионетка, не вижу ее. Ярик что-то там рассказывает себе. Ярик, так, ну что? Сейчас, подождите. 5 секунд, и мы идем. Мы так с вами не договаривались вообще-то. Ладно, 6. Так с вами тоже не договаривался. Все, готово. Готово, дядя. Вы меня никогда не найдете. Готово. Так. Короче, я запрячусь в том месте, где меня можно найти, но залезть нельзя. Все, мы бежим с тобой. Ночной режим активирован. Место, в которое можно залезть, большим скином, а маленьким нельзя. Я, походу, понял, где ты находишься. Димон, я с тобой, где ты? Я тут. А, ты туда. Да я сюда даже и так... Как бы в это место можно заглянуть, но... Как бы нет. Ну, как бы сюда нельзя... Сюда можно только большим скином залезть, но посмотреть сюда тоже. Так, Димон, Ярик спрятался. Я не могу его найти. Но я знаю, где он. А где он? Логики нет в моих словах. Он, наверное, из кухни так и не выходил, я так и понял. Он там? Ку-ку.
И, друзья, ну что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все пока!